Кто-то всю жизнь накапливает истины, кто-то всю жизнь накапливает опыт. Но есть, которых называем мы танкистами. Хоть кол на голове тиши, все не доходит. Поэтому я повторю для тех, кто в танке, что в роке ритмика особая своя. Фраз окончания здесь синкопируют обычно, слова поют здесь мелодично говоря. В классической рок-музыке распевно не произносят окончания слов, и окончания фраз сдвигают влево, все обусловлено английским языком. В несовпадении метрических акцентов с акцентами ритмическими здесь и есть оригинальность сочетания компонентов рок-музыки аутентичный срез. Синонимом рок-музыки синкопа является это ее душа. В вокале это главная особа, в гитарных рифах тоже главная она. Такая вот особенность у рока. Здесь не поют распевно, точно в такт. Обычно так поют народные напевы, в попсе так делают и на эстраде так. Смеются надо мной танкисты рока. Какой ты, говорят, смешной пижон. Играют, веселятся, невдомек им, что создают они хэви-метал попсо-шансон. О существенном и важном, существенном и важном, позабыл о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.